Здравствуйте, я врач-фитотерапевт Борис Качко, и сегодня вы узнаете, как правильно заготовить овощи и зелень на зиму. Эта тема касается не только сельских жителей, кухня которых в летний-осенний сезон превращается в мини-консервный завод, но и дачников, которые в условиях экономического кризиса могут более эффективно использовать свои земельные участки, особенно тем, кто хочет жить лучше и дольше. Зелень заготовить несложно. Ее можно высушить и хранить в бумажных пакетах в сухом месте, либо, разделив на небольшие порции, заморозить. Но принципиальный момент перед обработкой: не поленитесь замочить на 30-40 минут в подсоленной воде, а после промойте под проточной. Листовая зелень имеет достаточную большую поверхность, на которой легко размещаются миллионы патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов, яйцах глистов, других паразитов. А таким достаточно простым способом вы можете обезопасить зеленые заготовки от всей вышеупомянутой гадости. Соль поваренная, пожалуй, самый сильный консервант. 10% концентрация поваренной соли активно отнимает воду у микроорганизмов, и они не могут развиваться в таком продукте питания. Правда, и вкусовые качества у таких консервов далеко не кулинарный шедевр. И консервировать только за счет соли сочные овощи сложно. Поэтому приходится добавлять другие консерванты. Уксусная кислота – также отличный консервант. Безусловно, полезнее, если это будет яблочный уксус, но подойдет и обычный столовый. В кислых условиях не выживают большинство патогенных микроорганизмов. Но только в том случае, если используемая для консервации вода кислая. Если вода щелочная, уксусная кислота может быть нейтрализована, и консервация испортится. Сахар – далеко не лишний компонент при овощной консервации, хотя, возможно, не самый логичный. Сахар в случае не самой лучшей подготовки плодов к консервации помогает развиться все-таки более управляемым сапрофитным микроорганизмом, подавляя активность более опасных и оставляет шанс на повторное использование продукта. Пряности добавляются не только для придания консервируемым продуктам уникального вкуса, но все с той же целью подавления патогенных микроорганизмов. Именно потому лист хрена, черные смородины, лавровый лист, душистый перец, чеснок и другие пряные вещи – неизменные участники овощной консервации. Рябина красная – не только поливитаминное растение. Содержащаяся в ней сорбиновая кислота – прекрасный консервант. Поэтому всего одна небольшая кисть рябины в банке с овощной консервацией не только обогатит витаминами, но и подавит патогенные микроорганизмы. Теперь вы, надеюсь, знаете больше, как правильно заготовить овощи и зелень на зиму, чтобы заложенные в них полезные вещества достались именно вам, а не патогенным микробам. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.